В общем, Елисей сейчас хочет передать вам всем привет и сказать, как он сильно кайфует, находясь в этом вот замечательном заведении. А находимся мы сейчас в ресторане «Обшенский двор» и вот с таким вот видом наблюдаем сейчас панорамы на Кавказских берегах. Кстати, на этом озере очень многие рыбачат, и вот мы с родителями здесь тоже отдыхали. Классное место, обязательно сюда съездим. Это вот, которое да. Спереди, это форелевое хозяйство. Ну, вроде как, да. И там есть вот маленькие беседочки, есть большие беседки, в общем, там мангальная зона, все. Ну, шикарные виды, посмотрите, на горы. И тихо. А сколько стоит это вообще? А беседка 1000 рублей, по-моему. А шашлыки можешь делать? Сам, да. А все, что наловил? Тоже, да, там по весу. Ну, покупаешь, получается. Да. Если не хочешь, отпускаешь. Не хочешь, отпускаешь. Нет, отпускать нельзя, обязательно. В смысле? Плачешь. Нельзя. Ну, ты же губу там порвал все это, обязательно. Заживет? Нет. Не заживает? Все, да. Поймал все сразу. Кстати, расскажи, где это находится. Кто? Обшинский двор. Ты же знаешь, ты же не первый раз здесь. То есть это надо сейчас тебя, да, поснимать? Да. Ну, кстати, вот так вот она переворачивается. Как? Вот так вот? Вверх, да. Нет, это типа центр. Ну вот теперь ты расскажи. Перевернули, да, все-таки? Да. Короче, ресторан «Обшенский двор» находится он по дороге, на старой дороге, на Красную Поляну. И, по сути, это такой ресторан, как бы вроде грузинской кухни, но да не совсем. То есть здесь можно встретить и армянскую, и европейскую, и даже тайскую можно кухню здесь встретить. Ну, короче, одно из самых любимых мест в Сочи, потому что здесь делают самый крутой хачапури по-аджарски, вот это вот с яйцом, когда разбивают. Сыра прям вообще ребят не жалеют, кладут прям хорошо, но и мне очень нравится здесь интерьер. Во-первых, что он такой как бы деревянный, уютный, все камень, ну... Прям, ну да, все сделано, посмотрите, какой рельеф сделан. Это мы сейчас на террасе находимся, да, там еще дальше уходит, ну, хорошая большой, парковка. Здесь, наверное, 1500, может быть, квадратных метров, ну если так вот в целом, да? Да. Ну и виды как бы здесь такие достаточно хорошие, вот, ну, горы можно... Как ты говоришь, жирные, да? Жирные виды. Да. Жирненькие. Еще здесь фазаны летают прямо над головой. Главное только, чтобы он ничего в этот момент не сделал, когда пролетает. Ну где-то они вот здесь, вот в этой стороне он лазит. Можно потом попозже показать его. Так, Максиму принесли настоящий хачапури. Он по-аджарски называется, вот этот правильный. В прошлый раз больше приносили, сейчас он такой, он, ну, среднего размера, на самом деле. Его так хватит, чтобы наесться. Но они заворачиваются, то есть у них очень крутое тесто, оно не сладкое, ну-ка, такое сдобное. Этим покажи, как он, мягенькое, да? Совсем. Он горячий, видишь, как он может быть не мягким. И вот так вот это все дело размешивается. Здесь очень много сыра у них. И потом в топку. В топку. Ну, короче, он здесь у них очень крутой. В Сочи очень мало где делать нормальный чай. В общем, почему я вдруг оказался-то на этом видео? Просто Елисей купил себе новую игрушку, прикольную камеру, и я вот хожу ее сейчас тестирую здесь. И мне интересно просто, как она все это дело будет потом воспроизводить. И мы, по сути, сейчас просто... Ага, а вот так неудобно уже делать. Так, сейчас, секундочку. Во! Вот так вот четко. Короче, вот она вся эта территория Обшинского двора. Вот здесь вот смотрите, белые медведи, сделанные из керамики из какой-то или еще из чего-то. Вон там еще терраса. Давай поднимемся, посмотрим. Смотри, какой склон. Прям. Смотри, какой склон, да, это ты сейчас. Мы тут просто бабок в опорке засунули столько, что. О, вот, смотри, какой. Сирот. Что он делает там? Ты его сейчас напугаешь? И он на нас полетит, да? И вот еще один тут ходит. Заклюют сейчас нас тут. Короче, смотри, какое место, где можно классно отдыхать, да? Да я вот... Террасные доски сделал. Вот террасную доску, вот это и есть, видишь, террасная доска? Она, кстати, выгорает на солнце. Это то, что будет перед бассейном у нас дома. Надо сделать. Вот, короче. Здесь вот закрыто. А здесь закрыто все. Но это, видимо, для VIP-гостей. Банановые деревья, видишь? Банановые деревья. Так. Ой, слушай, а здесь зелено, да? Здесь прям дышится по-другому. Вообще круто. Место мне очень нравится. А отсюда уже озеро не видно. Ну, озеро не видно, но зато зелено все. И меньше каких-то разговоров чужих слушаешь подальше. Вот мы сейчас с тобой кушали, а к нам присели уже люди. Ну, блин, вот тут вот раз приходим. Да. Ну, короче, место прикольное. Вон еще
лежит товарищ. Короче, прям. Место прикольное, сейчас сходим еще на озеро, да? На озеро вот на то. Да, да, на то озеро. И все, короче, объединим в один обзор и в тест камеры. Да. Я просто, господа, тоже хочу купить такую же, она маленькая такая, прикольная, со стабилизатором сразу. Сейчас он все блогером приехали, да. Да, и... Что полюбили. И, короче, я вам не буду рассказывать, что это за камера, но... Ну, я ей уже давно пользуюсь, а Макс только показал. Да, и вот, я тоже решил. Думаю, дай-ка поеду. Вот мы сейчас, кстати, в темноту зайдем, посмотрим, как она... Сворачивай. Сфокусируется. Нет, я хочу посмотреть... На себя. Но в темноте она снимает так себе, надо потом нажми. На компе надо будет посмотреть, сколько шумов там будет. И будут ли. Так. Не, ну то, что ставка стабилизации есть, уже хорошо. Вот такое вот чучело, а здесь животного какого-то. Кухня, да? Есть, да, кухня. И это совсем как бы другой зал. Вообще у них здесь так-то много залов. Крыло другое, да. Да. Так, и есть. То есть вот здесь вот у ребят зал, там еще один зал. А это как бы такая входная группа с фонтанчиком. Вот с таким. Все в камне, да, сделано. Ну, в Грузии на самом деле очень много таких ресторанчиков. Все они выглядят примерно вот так же. И да, да. Вот так эта вся история выглядит снаружи. Вот просто представьте. Сейчас я тут дорогу перейду. И заценю вам, насколько она большая. Ну, как бы отсюда уже видно, да, что совсем не маленькая такая история. Но это этнографический... Так. Ну давайте скорее проезжайте. Короче, вот через дорогу понятно, да, что... Амшенский двор вот так вот выглядит, это крыло, где мы были только что. Вот это основная часть, и может быть там кто-нибудь живет. Это другая совершенно часть. И еще туда немножко в гору это все проходит. Ну, короче, место прям такое, атмосферненькое. Вот. А что, где эти? Мы пешком дойдем здесь или доехать надо? Ну, а далеко идти? В принципе, вот тут даже остановка так и называется, если вы вдруг без машины. Амшенский двор и есть. А вот там вот чуть дальше заезд на скайпарк находится. Вот левая, да. Ну а Красная Поляна это прямо. На самом деле у нас здесь просто участок рядом, и мы тут с проектировщиком встречались сегодня и решили вот заодно заехать поесть. Короче, идем туда. Смотри, классное место, где рыбу можно поймать, пожарить самостоятельно. Уже сэкономим деньги, если у вас денег не хватает вот на такой ресторан. В общем, рыбалка. 8-918-905-41-92. Ну такая фотография, как будто здесь акула плавает, уже выцвевшая, белая, смотри. Ну да, там маленькие форелечки всего лишь пасутся. И то ее надо еще поймать внутри. Ты обратил внимание, что забор как будто это военная часть какая-то старая? Ну какая-то была, может быть, база, форелевое все-таки хозяйство. И вот, кстати, получается, вон там касса. Сейчас мы уточним, сколько чего стоит. Посмотри, какие беседочки там. Ну место атмосферное, вот жалко то, что... А вон там парковка, видишь? Тенька нет особого. А? Тенечка нет, говорю. Ну, тенечек прям внутри этой. Вот, видишь, затариваются люди. Там большая парковка, да? Да это что большая парковка? Пойдем, мы все знаем, почем, сколько стоит. А это у них, получается, удочки, да, тут на прокат, да, сейчас сразу есть. Здравствуйте. А расскажите, пожалуйста, сколько стоит вообще? Ну вот, почитайте, сколько стоит. А что непонятно, я расскажу. Вот это на входе вы оплачиваете, а это пойманная рыба на выходе. А, ну вот, я говорил, да. И вот то, что вам надо. На выходе это... Это сколько выходе набрали, да? Да. Ага, вот не пожарено. За утерю. А за... жарить вам не получится. Вот, это видишь, что... Каждая пожаренная или отпущенная 500 рублей. Вам. Понял? То есть здесь жарить нельзя? Нет, конечно. Вы можете жарить после того, как взвести. Ну, как после того, как купил, да. Смотрите, понятно. Это у вас вот таких вот тут ловят, что ли? Серьезно? Вот это уже миф какой-то. Это точно не фотошоп? Вот да ладно, откуда у вас тут столько? 35 килограмм. Вот это да. А скажите, пожалуйста, можно вообще хоть прогуляться посмотреть? 350 рублей можете прогуляться. Не, мы вас разрекламируем, мы блогер, мы не будем ничего. Ребята, мы так. Туда и обратно. Я понимаю, но я вам объясняю, у нас вход 350 рублей, независимо, гуляете вы, рекламируете. А вот сюда хотя бы можно прийти? До берега можно. Вот до берега. Ну вот, все.
понятно. Ну правильно, в принципе, что логично, люди деньги зарабатывают, да? Поняли, да? Пройтись нельзя, 350 в кассу занес, и потом иди гуляй сколько хочешь. Ну, вот такие, видишь, беседки, они вон туда вот идут, большие. Вот эти маленькие, они не алё. Вот как бы там не посидеть. А вот такие вот большие, и они вдоль вон того берега идут. Вот мы там отдыхали с родителями, прикольно. Кстати говоря, ты замечаешь, что здесь не так жарко? Потому что вода, да. То есть, вот, прям купаться, кстати, здесь нельзя. Да как бы и не особо хочется, когда таких самов вытаскивают. Залез туда, он тебя раз-раз-раз и всосал в себя полностью. Да здесь как бы вообще место такое атмосферное. Травку бы еще им подстричь бы до конца, но получше. Вот здесь бы коттеджный поселок бахнуть бы, да? Не, прям вот это все высушить и вот так вот сделать. А вот там какие-то домики, видишь? Ну это все точечная застройка, так-то. В Сочи есть места, где еще можно делать... Это же вот такие вот, нельзя назвать это беседки, как вот навесы, да, они подешевле мне так. А вот такие вот прям вон там вдалеке, видишь, беседки? Ну. Вот там вот мы отдыхали, такие нормальные. Уже и темени, там, видишь, это, лесок уже нормальный. Там рыбу ловят люди все равно. Ну да. Но место колоритное, конечно, красивое. И все главное и рядом. Хорошие, да. То есть не через какие-то горы ехать, согласен? Ну да. Если приехал, там день рождения отметить, еще что-то. Здесь и такси ехать недалеко, то есть, ну, считай, Молдовка. Вот какая прелесть Молдовки, если люди будут покупать свой дом, да, где отдыхать. Ну да, тут недалеко. И на поляну можно еще уехать. Да. Вот чем она и славится, это, этот район. Это легендарная Молдовка, да, надо было еще добавить. Легендарная Молдовка. Чем же славится эта легендарная инвестиционная Молдовка? Так лучше-то района в Сочах-то и нет. В Сочах. Да, поэтому только вот в Молдовке и жить. Но как частное строительство, да, она интересна. Короче, мы уже что-то затянули тут видос, поэтому место прикольное. Вот это вот и Амшанский двор, откуда мы это все дело начали. И камера вроде прикольно снимает, да? Угу. Да? Ну вот посмотрим потом на видосе, как это будет. Да, напишите в комментариях. Напишите в комментариях. Все, всем пока. Пока. Давай мы закончим кадр тем, что ты разбегаешься и ныряешь вот туда. А чего? Не, у меня брелок здесь, часы. Я подержу. Не, давай ты наоборот. Не, это была моя задумка. Давай, вот твоя задумка вперед. Ты не согласен? Мне нельзя, у меня... А, знаешь почему? Потому что ты сразу 350 заплатишь. Вот почему. Потому что это уже все, ты уже попользовался. Тебя не просто запустили, ты уже... Ты попал на штраф, короче, сразу. Если рыбу нельзя выкидывать, то плавать тоже нельзя. Да, и отпускать тоже. Поймал сома, ешь. Достал нож, режь. А прикинь, такой сом сколько обойдется тебе по деньгам. Точно. Ну, кстати, вот есть вот такая еще, видишь, мангальная зона. Где-то. Ну, парковка классная, вот большая, то есть на много машин хватит. То есть... Хорошая, мне понравилось. Так, ну а теперь мы посмотрим, как Макс поймал русалку. Есть специальные такие баннеры. Ну как, тяжелая русалка? Ну килограмм на 100 тянет. Не поела, видимо, точнее, или сильно поела. Какая она молодец. Давай вон тут. Выцвевшая, да, русалка? Давай еще рядышком. Влюбился? На разок хватит. Так, что у нас здесь? Здесь вот такие большие рыбины и медведь. Медведь-то где? Вон он, сбоку. Я как Путин, да? Да. Все.